Добрый вечер, дорогие друзья. С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. Где-то там рыжее чудовище бегает. О, муха ловит. Носится. Топает. Сегодня я посмотрел прогноз погоды. Короче, завтра, послезавтра и послепослезавтра будет дождь. Я уже устал от этого. Неуспешно строится оно опять. Ну, короче говоря, ладно. Я уже подумаю, может быть, купить песка сюда, перенести в квартиру, ну, как в квартире песок. Ну, не знаю. В общем, я думаю, и вот сейчас мне пришла в голову идея наделать такой колючей проволоки, на долгу, может быть, поставить, то есть сделать там войну. Войнушку там надо делать. Вот. Ну, войнушка без дыма, опять же, не бывает. Это, опять же, надо на даче все делать. Ну, в общем, не знаю. Думаю. А пока, думаю, опять последний день, а я все собираю Собакина пофотографировать. Ну, он растет, моя мать развивается, мне тоже интересно. Ну, и я подумал, думаю, заодно и вам покажу. Я знаю, что многие из вас любят эту зверюгу, вот, следят за ней с самого ее рождения. Вы помните, какой он был, да? Носится. Утащил у меня колбасу и съел втихушку. Ну ладно, я ему все прощаю. Теперь, раз такая погода, то есть она не совсем подходящая, мне бы такой пасмурный немножечко. Ну, тут не будешь выбирать, уже затеял, пошли. И я подумал, после этого съемки... Трудно одному собаку, трудно, потому что надо, чтобы кто-то отвлекал, кто-то хлопал, кто-то смотрел, а тут ты фотографируешь и отвлекаешь, и в общем, но все равно, я думаю, несколько фотографий получится, которые я на стуке поставлю. Их, кстати, хорошо покупаю. Ну что ж, тогда одеваемся, вернее, обуваемся, одеваться нечего, и пошли. А потом покажу все. Ну, давайте посмотрим, что мы снимали. Вот этот очень хороший снимок, но проблемка в том, что, конечно, стоит чуть-чуть поднять, но вот там мы видим белое пятно, поэтому как бы надо аккуратненько его поднимать. Но зато, вы знаете, здесь как бы вся его стать. Ну, давайте так пока оставим. Так, тут рожица его, тут он побежал. Чего-то ищет, ну, наверное, он не резкий. Ну-ка. Хотя, такой тоже может снимок понадобиться. Контрастность добавим. Свет уберем чуть-чуть. Тени. Вот так оставим. Так, ну это нет. Так. Тут он завалился. Так, тут не совсем резкий он. Ну, это я снимал на 24-105, поэтому ожидать тут хрустальной резкости не надо. Ну, как бы... Вполне достаточно вот так, если. Так, ну посмотрим дальше сейчас, что у нас еще есть. Вот. Такой. А, такой милый щенячий, какое-то лицо у него. Так, ну-ка, ну-ка, так. Тут он пошел снова. Жалко, этой лапы не хватает, такой балет. Замечательный. Вот. Тут есть у него немножко резкость, не совсем. Так, тут он красавец, прям как лев лежит, да? Возьмем это на всякий случай. Что там дальше у нас? А, тут мимишность у него очень большая. Да. Давайте мимишного возьмем тоже. Дальше пойдем.
Смотрим дальше. Так. Вот это, в принципе, может пригодиться. Сейчас посмотрю, что тут с резкостью. Не совсем. Тут тоже в движении, навряд ли тут будет хорошая резкость. Иногда не успеваешь просто. Мне, в принципе, мне много не надо. Хвост отрезали. Потому что здесь я поставил 50-ку, ой, сотку уже, и он перестал вмещаться. А так как он ходит со мной на прогулку, он старается все время сжаться ко мне. Поэтому иногда он не влезает. Ну, пожалуйста, сотка, видите, как работает. Возьмем его, если что, обрежем, как надо. Так, издеваем. Ну да, тут язык выпилил. Как раз то, что мне нужно было. Тут рожа вся в слюнях. Ну, вот это вот хорошая рожа. Мы ее возьмем. Посмотрим еще, какие есть. Ну-ка. Какая лучше? Это профиль прям капитальный. Ну, возьмем профиль, оставим. Фас не удался. Хотя вот этот неплохой фас. Да, совсем неплохой. Возьмем. Это я для себя возьму. Сейчас экспонометр уберем немножко. Ну, вот этот можно, в принципе, взять, на всякий случай. Выглядит серьезно собака. Угу. Такой серьезно опять начал валяться. Ну, что тебе надо? Ну, красивый. Красивый. Очень сосредоточенный, очень красивый собак. Возьмем. Собака улыбака. Зевака. Ну, тут тоже хороший. Чуть-чуть его доэкспонировать. Все. Так, возьмем. Угу. Тут сидит красиво. Ну, сейчас посмотрим. Здесь, по-моему, лучше. Угу. Вот тут ты хорош. Тут ты хорош. Ах, дурачок. Ну, смазался. Да, тоже красивый. Возьмем. Ну и все. Теперь мы откроем все эти. Скажем, с рейтингом. Открыть изображение. Все открываем. Да, удачная фотосессия, есть хорошие вообще. Некоторые надо будет. Вот такой красавец мой. Это не нужно будет. Так, взрослый зверюга. Тут красиво просто. Улыбака. Вот так. Вот такой мой красавец. Хорошо, ну а теперь мне просто надо будет посмотреть, где это необходимо пообрезать.
Ну, допустим, вот здесь, да, мы же видим, что слишком много тут зеленого. Поэтому так вот раз его и обрежу. Вот. И в этом обрезанном состоянии он красавец все равно. Да? В общем, вот прогулочка такая быстренькая. Подмигивает вам. Что ж, дорогие друзья, на этом короткое видео мое закончилось. Всем доброго. Я специально его сделал для вас, кто любит Рекса, чтобы посмотрел на него вблизи, полюбовался моим красавцем. Я вообще от него без ума. Всего доброго, хорошего вечера. Пока.